Делюсь с вами практикой, очень простой, которая поможет и наполниться энергией, и установить тесную связь с собой, с телом, повысить чувствование себя. Выберите прием пищи, ваш любимый, завтрак, обед или ужин. Попробуйте сделать это первый раз, когда вы одни. Выключите ноутбуки, телевизоры, отложите в сторону открытые телефоны, положите в рот кусочек пищи, начните пережевывать и закройте глаза. Внутренним взором обратите внимание на то, что вы пережевываете. Почувствуйте всю гамму вкуса у вас на языке. Получите истинное, искреннее, сердечное наслаждение в эти моменты и обратите внимание, как ваше тело получает наслаждение в общем. Как все ваше тело вибрирует от удовольствия, и вы наполняетесь энергией. Попробуйте и напишите в комментариях, что у вас получилось.